Саша, мы из Ставрополя, из России. Мы хотим сказать огромное спасибо профессору Тяне, всей команде, анестезиологам, нейрохирургам, врачам, медсестрам, переводчикам, всем-всем-всем, кто с нами, кто помогает ему прийти, обрести речь, кто отнесся к нам с такой любовью и пониманием. Пониманием. Огромное вам спасибо за то, что вы нас приняли так тепло, что вы сделали все возможное и невозможное для нас. Мы вас очень любим. Спасибо вам огромное. Алеша, скажи спасибо.